Привет, это сингл, продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Нигана. В прошлой серии мы дочинили таки до конца нашу ласточку. Нашу ласточку мы дочинили, подкачали мы там навык точности. Нет, не докачали, кстати, я думал, что мы докачали его уже полностью. Но, по всей видимости, нет. В этой серии... О, кстати, вот эту надо хрень выложить. А чем я займусь в этой серии? Я пойду лутать общежитие. Да-да, вы не ослышались. Слушайте, я так говорю, как будто бы это что-то невероятное. Пойти залутать общежитие. Ну, может быть, может быть. Бензобак, кстати, подожди-ка. А, на бензобак же мне не хватило листков металла, ё-моё. На бензобак мне не хватило листов металла. Хм. Тогда пошли этот самый. Пошли залутаем пару листов. Починим бензобак, да и поедем к общежитию. Так, давай-ка пойти сюда. Сейчас в какое-нибудь рандомное здание залетим. Поразбираем там все на свете. Вот сюда, например. Вот тут даже зомби где-то есть. Где? Где? Вот ты где, понял. Так, вот даже еда. Кушай раз и кушай два. И вот теперь это мы сейчас разберем. Посмотрим, выпадут ли листы. Листы выпали, и это очень хорошо. Так, маленькие листы металла. А чтобы сделать большие, нужно 4 маленьких листка. 4 маленьких листка. Одну секунду. Прошу прощения. Так, на чем я там остановился? Да, вот. О, антибиотики. Хорош. Давай-ка это сюда. Это разбираем. И вот это разбираем. Так, больше ничего не выпало. Никакой пластины. Слушайте, я сюда еще вернусь для разборки. 100% вернусь. Потому что я буду все эти здания лутать в будущем. Но пока что мне нужно восстановить бак. Так, не повезло. Не повезло. А вот тут повезло. Так, лист металла и маленький лист металла. Еще один маленький листик металла нам надо. И в принципе у нас будет два листа металла. Логично? Думаю, да. Так, мусорный пакет забирай. Пропановую горелку надо зарядить. Зарядить, заправить. Так, разбирай. Ну, металлолом выпал, ладно. Так, убирай баррикады, лезь сюда. Пошли сразу же на кухню. Так, выкидывай. Это разбирай. Вот еще один маленький листок металла и... А что тебе не хватает, родненький? У меня же все есть. Газосварка 4 уровня, на тюты. 4 уровня газосварка. Это интересно. Ну и ладно. Ну и ладно. Побежали тогда так. Починим этот злосчастный бензобак до соточки. Его-то в принципе там... Его-то в принципе там надо. Так, раз... 91, 2, 95, 3, вот и все. А, пропановая горелка, надо зарядить. Опять же зарядить, заправить. Так, и 5. Все, 98, ну хотелось бы до сотки. Так что, наверное, мы продолжим заниматься этими разборками. Ну и заодно, видите, сварочку качаем. Что тоже довольно неплохо. Потихонечку, помаленечку, да думаю, докачаем. Даже ключ от этой хаты был. Интересно. Так, разбирай. О, лист металла и маленький лист металла выпали. Ну, еще бы один листик металла выпал, цены бы ему не было. Так. Ой, нормально. Нормально насыпает. Все, в принципе, можно вылазить.
этого теперь точно хватит до конца. Так. Раз. Давай. Подожди, а там сколько? 99. И 2. Вот и все. Вместимость 75-7,5 канистр топлива. Разводной ключик нужен, который я выложил вот здесь. Давай его сюда. Так, и устанавливай. Есть. Сотка, отлично. Отличненько. Так, это давай вот так. Заправляем. Бульк. Бульк. Багажники сколько места? 130, отлично. Это можно пока что скинуть будет на землю. Да, давай вот так. Патроны только верни. Убрать из избранного, обратно добавить. Загружай баллоны с пропаном в руки. Так, и загружай их в багажник. Потому что я поеду в общежитие, и я, в принципе, там в этой же общаге начну делать все вот эти вот замечательные дела. Так, это в багажник переложить. Это тоже в багажник переложить. Сейчас топливо все тоже возьмем. Отсюда. Заправим. И по дороге еще и заправимся. Так, заправляю авто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это все? Ну, должно быть все. Так, пустые канистры сюда давай. Эту канистру тоже сейчас выложим. Так, в багажник раз. И эти канистры в багажник сюда. Сюда-с. Так, фруктовый джем кушай. Потому что ты его почему-то не доел. Так, это давай на ремень слева. Это вешай на рюкзак. Заправляй, кстати. Вешай на рюкзак. Так, все на месте. Все четко. Время 15:40. В принципе-то можно было бы и съездить. Общее состояние автомобиля у нас 78%. Все нам портит печка, проблесковые маячки и бардачок. Но с ними, наверное, ничего не сделаешь абсолютно. От слова совсем. Их никак не починить. Так, ну и ладно. Нас это мало волнует. Поехали первым делом на заправку. Первым делом. Так, давай сразу на автопилоте поедем. 35 я поставлю. На автопилоте, на круиз-контроле. Так. Вот он. Я ее еще хотел на донора разбирать. Не понадобилось. Так, вот эти машины тоже можно будет разбирать для прокачки газосварки. Хоть это и невыгодно. Так, вот это мы проезжаем. Вот это мы тоже проезжаем. И здесь сворачиваем. Давай сразу же правильно припаркуемся. Тормози. Канистру одну забирай. Топляк. Ага. Да-да-да. А где еще один? Вас же двое было. Так, подключить к сети. Включить. Заправляет колонки. Набирай бенз в канистру. Так, эту канистру в багажник. А, он там и решил остаться? Какой молодец. Давай в основную руку. Умничка. Все набрал? Ну, должен был все набрать. Так, это в багажник. Это в обе руки. Это глуши. Ну, слушайте. Стоило бы, конечно, домой заехать. Но я думаю, мы поступим немножечко иначе. Я к общежитию-то поеду по-любому, 100%.
100% я поеду к общаге. Вот, я буду весь лут перед входом выкидывать на землю. А там уж будем посмотреть. Так, я немножко неправильно поехал. Или правильно я поехал? Правильно, чиня? Да, правильно. Хотя можно было бы чигирями не ездить. Так, ну и что, будем лутать? Столь замечательное место. Давай сразу же задом подъедем. Все, выключай. Кстати, окна. Открывай окно, закрывай окно. Влазь оттуда, потому что бывают баги. Когда меняешь окна. Зомби могут прокусить и через закрытое. Так, это открывай сразу же. Здесь мы, кстати, и заночуем. 100%. Ключ, кстати, пригодится. По сути, ключ от всей общаги сразу же. Так, а тут есть что-то? А, здесь я уже чекал эти газировки, всякие такие приколы. Я ж тут бегал по первому этажу. Так, кастрюлька, жаровня, горчица. Пригодится. Горчица пригодится. Так. Хорошо. Кукри. Целенький. Хорош. Скрепки тоже возьми. Так, а какую-то там бутылку пустую, мне интересно знать, набрал воды. А, вот эту. Так, разбирай. Раз. Разбирай два. Разбирай три. Угу. Вот про это я вам и говорил, то что заколебусь я бегать, лут туда-сюда таскать, потому что ну тут его будет очень много, я вас уверяю. Ну, в принципе, сами уже начинаете это видеть, я думаю. Смотрите, прицел X8, патронтаж. Ну, меня интересуют только лишь патроны. Кожаный ремень, стеклоуклон. Подожди, улучшенный чокбор. А, широкий чокбор. Давай посмотрим, что звон. Я вечно забываю этот широкий чокбор. Уменьшает разброс, увеличивает урон. Так он мне определенно и нужен. Вот этот ваш широкий чокбор. Поэтому давай-ка его сюда. Увеличенный урон — это в разы лучше. Так, ну и заночуем в комнатке, естественно. Подожди-ка. Не могу закрыть. Зажимаю shift, но не закрывает. Бывает такое. Так, еще одна СКС-ка. Так, снимай. Эти дела снимай. Так, снимай вот это. И снимай вот это. СКС-очку перекладывай обратно. Лампочка, кстати, хорошая. Заберем, пожалуй. Вот это заберем и ляжем поспим, наверное. Биту в руки давай. И давай ложись, спокойной ночи. Если уж... А чё ты проснулся? Что там, двери кто-то выбил где-то? Еще где-то двери выпали. Еще где-то выпали. Еще где-то двери выбили. У меня такое ощущение, как будто я не высплюсь вообще от слова совсем сегодня. Давай хоть пару часиков. Все отлично. Так, пусто-пусто. Картечи нема, а тут какие-то патроны. Берем. Берем, пригодятся. О. О.
Вот это мы заберем, пожалуй. Так, подожди, кроме вот этой хоккейной клюшки, она не в идеальном состоянии. Не в идеальном состоянии не берем. Так, это ванна, да? Естественно, умыться. Разбирай это, разбирай это, разбирай вот это. Что у нас там по месту? Ой, места у нас еще достаточно. Так, сливай на землю. Вот что забыл я выложить. Там все здесь лежало. Так, ну и вот эти темы тоже можно, в принципе, разбирать. Вот это разбирай. Так, микроволновка. Пропановая горелка пустая. Ага, ну надо возвращаться. Ну, возвращаться мы сюда уже не будем ради одной микроволновки, правильно? Так. То я запутался в кнопочках. Так, заправляю горелку. В принципе, будет лишний повод сбегать сюда обратно. Подзаправить ее. Так, ты все-таки сделал это, да, зомбич? Ты все-таки выбил эти двери. Какой ты молодец. Выбрался с комнаты. Даму сердца свою ты оставил здесь. Не по-христиански это, конечно. Так, разбираю эту тему. Там еще ко мне кто-то сейчас подойдет, видимо. Так, забирай бинтик. Так, тут все понятно. На кухне. Что-то покушать есть? Не, к сожалению, нет. Тут тоже интересного ничего. Фонарик. Разбирай. Так, еще одна винтовка и пила. Походный рюкзак пустой. Вот там, кстати, это хладагент. Гипотермический пакет. Раньше он назывался хладаген, так я его и привык называть, в принципе. Так, раз, два и три. Так, набор для шитья. Ну, по канону я тут должен найти иголку 100%. Кстати, вот эту темку тоже доставай. Это давай сюда. Стрёмно, конечно, в этой общаге лазить, честно говоря. Такое себе удовольствие. О, еда, отлично. Так, соленье, маргарин, это мы заберем. Так, вот это сразу же ешь, и вот это вот тоже ешь. Баночки консервные оставляй, микроволновку сейчас разберем. Мусорку тоже. Хорошо. Так, разряжай. В шкаф обратно. Это давай сюда. Так, вот это хорошо. Винтовка мини-14 в отличнейшем состоянии. Грех не взять. Потом разберемся, стоило или нет. Все, пропановая горелка снова пустая, да? Слушайте, я таким образом заколебусь бегать туда-сюда. Опа. Опа. Стоять. Лучший дробовик в игре, да? Значится. С улучшенным чокбором сразу. А, мне надо не такое. Так, снять насадку. Улучшенные прицельные приспособления. Кожаный ремень снимай. Стекловолоконный приклад снимай. Держатель патронов снимай. Разряжай эту шлякшлю. Давай ее в шкаф. Дробовик давай на пузо. В руки. Подожди, а он на 4 патрона всего лишь? Да и ладно, хрен бы с ним. Так. Апгрейд слайнг. Что-то там attach laser. Ага.
Стекловолоконный приклад. А держатель патронов не, нельзя. А, держатель патронов уже есть, хорош. Лучший дробовик в игре, кстати. Ну, с этим модом, по крайней мере. Это 100%, потому что скорость атаки зависит от... И это не... Нет, я это, кстати, не лутал. Значит, сюда еще вернемся. Скорость атаки зависит от уровня точности. То есть на 10 уровне точности он там прям херачит, дай боже. Мое почтение. Так, убрать. Добавить в избранное. Убрать, добавить в избранное. Так, выкладывай. Слушайте, может быть пока что картечь... Ой-ой-ой. Картечь может быть пока что выложить. Наверное, так и сделаю. Пока что не буду я ее носить. Та и дробовик, наверное, пока отстегну от пуза. Да, 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 да. Давай в бардачок. Дробовик в бардачок, хорош. Определенно круто придумано. А, еще забыл. Еще забыл один немаловажный моментик. Наверное, давай все-таки этот баллон с пропаном потаскаем с собой. Потому что он нам пригодится. Так, заправляй. Так, удалить, разобрать. А тут что у нас? Тут закуток просто какой-то. Так, давай полетели в последний блок. Разбираем. 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 Это разбирай. Это разбирай. И вот это разбирай. Ну, до четверки я по-любому докачаюсь. Придется домой за книжками, наверное, возвращаться. Потому что вряд ли я здесь... Вряд ли я здесь найду книги, нужные мне. Не может так вести. Никому и никогда. Оружейные кейсы пустые уже. Так, карабин. Кстати, не помню, был он у меня или нет. Пожалуй, возьму. Это же мелкашка вроде бы, если я не путаю. Так, опа, что там внутри? Бечевка и коробка болтов. Хорош. Коробка скрепок. Тоже хорош. Батарейка почти высаженная. Меня не интересует. Опа, армейская фуражечка. Мячик еще один. Жетончик военнослужащего. Неплохо. Хороший товар. Так, это разбирай. Ось и все. Так, разбираю вот это. Ага, топливо закончилось. Трубы одни выпадают. Что ж ты будешь делать? Ну, думаю, ничего страшного. Так, вот эти шляпы тоже ж можно разбирать. Стульчики эти. Заправляйся. Угу. Заправляйся. Отлично. Металлома мало падает, кстати. Думал, будет побольше. Так, это через стройку прокачивается. Удалить, разобрать. Что там, кстати, по газосварке? Долго еще? Не, кстати, не особо. Кстати, не особо. Это что? А, комната отдыха, типа. Комиксы считай. А то у него там грустинка на него напала. Так, это... Вот и газосварка четвертая. 100% придется возвращаться домой.
100%, потому что ну просто опыт драгоценный читать не хочется, а я по сути могу же ведь тупо в этой общаге газосварку до десятки докачать, если повезет. Так, надо меньше по трупам стараться ездить, чтобы колеса не портились. И по багажникам надо будет походить, по багажникам тяжелых машин посмотреть, посмотреть там колеса новые, целые. Тормози, кстати. Вот я в прошлом сезоне так и умер. Затормозил, только затормозил в толпе, и он долго вылазил. Ну и все. Концовку вы и сами знаете. Все прекрасно ее видели. Блин, вот эти машины, кстати, тоже они мне... Они мне мешают, если честно. Давай уберем. Давай только пропановые горелки поза этот... Ага. Закончилось. Вот это да. Так, выкладывай. Так, вот начатый баллончик с пропаном. Кстати, нет, давай, наверное, уже на обратном пути, как будем ехать к общаге. Вот этим как раз мы и займемся. Заодно лут просто выброшу. Там на асфальте, там потом разберемся. Как и что там с этим делать. Вот эту хрень, кстати, надо будет тоже с базы вытолкать. То стоит коробка на ножках. Так, тормози. Давай, лут высыпай. Только единственное, что вот это заберем. И вот это заберем. Все остальное можно оставить. Так, время 20:10 у нас. Газосварка, том 3. Давай читать. До 12 ночи почитаем, ляжем спать и потом обратно. Так, пошли спадки. Спи. Пропан надо спрятать. Просто в инвентаре ношу его. Так, читай. Дочитывай, если быть точнее. Книжку потом сразу же занесем. Туда, куда надо. Так, заправляй пропановую горелку снова на спину. Так, вот эту хрень сюда. Так, это лишнее. Понятно, куда. И, наверное, уже знаете, что я так что-то подзабылся про время. Увидимся мы с вами уже в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.